Недавно воспитанники детско-юношеской спортивной школы 1993 года рождения вернулись с первенства Ярославской области по баскетболу, где в компании более старших ребят не ударили в грязь лицом и сумели составить им достойную конкуренцию, заняв третье место. А это значит, что на предстоящем первенстве области среди сверстников у подопечных тренера Марины Приказчиковой есть все шансы завоевать главный трофей. А команда спортшколы 1996 года рождения вполне удачно выступила в ближнем зарубежье, на Украине, где на Кубке Донбасса заняла почетное четвертое место. В августе месяце мы ездили в Болгарию, в Приморско. Это была первая поездка на Украину, в Донецкую область мы ездили. Это была уже вторая поездка. И ребята показали наиболее лучшую игру, чем, конечно, в Приморско, так как они уже не второй раз ездили и поиграли с ребятами более крупных городов. Это Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Софии. И поэтому они показали и достойно выступили на Украине. Самый сложный матч там, в Украине, был каким? Когда мы играли в финале за третье место, мы проиграли очко, так как основной состав 4 игрока были посажены за 5 фолов. Ребята переживали очень, хотели очень медали завоевать, плакали, переживали. Но я думаю, надеюсь, что это будет первое, последнее их поражение, так как основные соревнования этого возраста будет в 2010 году, в феврале месяце. Я думаю, что к этому году мы подготовимся, так как у нас сейчас запланирована поездка. Это в Череповец на турнир, в Кострому. Я думаю, что мы будем чемпионы этим годом и будем защищать Ярославскую область на всероссийские соревнования. Успехи ваших подопечных, они наиболее заметны, потому что, я еще раз повторяюсь, это и региональные победы, это и игры за рубежом, достаточно достойное выступление за рубежом. И мы хотим вам сказать, что за вами, за выступлением вашей команды следит очень большое количество и телезрителей, и вообще любителей баскетбола и спорта в целом в нашем муниципальном районе. И мы желаем вам всего самого доброго, наилучшего. И на самом деле побеждайте, мы вам этого желаем. Спасибо вам. Несмотря на юный возраст, эту команду вполне можно назвать настоящим коллективом. Команда, в которой ты капитан, она настоящая команда, то есть коллектив единомышленников, коллектив друзей? Да, как единый кулак коллектив у нас. Ну, вы уже не первый раз съездили с этой командой, и мне бы хотелось, чтобы вы поделились впечатлениями именно об Украине. Уровень команды был очень сильный, но мы достойно себя показали. Какая команда наиболее всего вам доставила, скажем так, неудобств? Самое сложное? Ростов-на-Дону. Какие-то наиболее высокие цели вы ставите? Да, победить, призовое место занять в следующем уже турнире. В международном турнире, да? Да.